У нас сегодня замечательный отряд, посланный к нам в гостях или прибывший к нам в гостях из России. Я не хочу опередить ведущего, депутата Государственной Думы, героя России. Большой отряд наших дипломатов, представляющий почти все бывшие республики СССР, по знаменам которым мы воевали, министр абсорбции Софа Ланка и работники Министерства абсорбции. С нами руководители общественных организаций, с нами генералы армии обороны Израиля, с нами пресса, с нами народ. Слава народу, который сумел принять вот эту армию, который проникся к нам уважением и любовью. Мы любим свою страну. Она называется Израиль.